Здравствуйте, друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в легендарнейшую игру. PUBG. PUBG вышло новое обновление. Новая карта называется Deathstone. В общем, большое обновление, новая карта, все ждали. Кстати, PUBG бесплатный, если кто не знал вдруг до сих пор. И те, кого он был платный, вот здесь такая вот, видите, вот такая здесь вот активно. Вот это плюс фигня. Это я так понял, что те, кто покупал его когда-то, у вас вот эта вот штука, плюсик, с плюсиком, которая. Сейчас посмотрим, что нового. Сейчас игра загрузится, и мы посмотрим с вами новую карту. Не обещаю, что будет весело, я тем более еще в четверочках играю, так что сейчас будет весело, да. Ну что, друзья, появились мы в какой-то луже, в какой-то воде. Что-то пальмы какие-то растут, оля, людишки. Интересно, в обычной игре не в рейтинговой люди умеют играть? Может быть, просто они такие же, как я, легендарные никакие, так, блядь, все подлагивает, что-то не подлагивай, алло. Я просто звук погромче сошел, сделать, вышел из игры, не лагаю, все нормально. Что, PUBG стоит на ультрах, то, что вы сейчас видите, это ультра, это вот эта вот вся картинка, вот, и сейчас пока игра загружается, и мы начнем. Ну что, друзья, мы с вами врываемся в PUBG, легендарный PUBG-гульчик нам погромче сделать для себя. В общем, летим, вот так вот выглядит карта. Кстати, когда мы находимся в лобби, вот эта карта, она сразу показывается, как все лететь будет. Ну, в общем, вот эта полоса сразу еще при загрузке известна. Так, я, в общем, буду лететь с своими коллегами. Я буду смотреть, куда они полетят. Пойду с ними. Ну, нет, мы же Тима, мы же супер команда, мы великолепная четверка. И я. Точнее, великолепная тройка и я. Что там, еще никто не выпрыгнул? Никакой орел. Или они типа заранее уже поставили метку вот это вот водохранилище. Не знаю, почему я запустил против вот этих сквадов или как там. Вот 4-4, ну посмотри, так посмотреть. Блин, карта такая большая. А что, пацаны выпрыгнули? Блять. Пацаны, вы куда? Ёпт. Куда мы летим-то хоть, все нормально лечу? Все по плану лечу. Пацаны втроем играют, они прям так дружно выпрыгнули. Куда летят? Что делают? Не знаю. Сейчас все нормально, там все по плану, да? Я вот туда полечу. Вон туда вдаль. Так, выпустили парашют. Так, давайте посмотрим по сторонам. Если еще кто-нибудь здесь. Там кто-то приземляется. Кстати, вон приземляется, чувак, смотрите. Вон приземляется, чувак. Бля, они сюда приземлились, в эти дома, а? Ну, наши коллеги. Бля, а я охуел приземлился, я сейчас первый сдохну, как вам? Когда-нибудь умирали первый в PUBG? Беги, брат! Беги, как никогда не бежал, вот в том домах. Людей, о, наши уже стреляют. Наши уже расстреливают. Без меня. Мистер Кригор кого-то призавалил. Это наш чувак, кстати, завалил. Нормально же, да? Так, надо лутаться получше. Вот это тем 428-2101. У АКМ есть. Давайте АКМ возьмем. Вот сюда. Это вот сюда. Тихо, все же нормально пока, да? Для пулеметы всякие. Так, вот это вот. Это что у нас? Это УЗИ и АСИ, охуяся. Вот так, а здесь что у нас? Здесь тоже пулеметы и броника. Первый, нет, второго. У нас второго уровня есть. У нас все хорошо, у нас патрончики даже есть. И давайте займем сюда. Надо к нашим пацанам пойти. Только осторожно надо идти. О, броник второй. Кстати, тут бронежилета столько вторых, так много. Так, все сломано. Так, пацаны там. Наши пацаны. Такие молодцы. Опа. Что это возьмем на всякий случай. Да, надо куда-нибудь. Нет, никуда. Снайперская, вот эта двоечка сюда. Так, нужно посмотреть, что там. Очередями. Блять, это в очереди. Одиночные. Блять, так хуёво. Он же по три стреляет, да, получается? Блять, надо к своим партнерам по команде перейти и начать двигаться с ними. Коллеги, блять, я к вам.
Да, вот этот чувак там лутается. Мистер Тряпака. Тряпака. Он очень опасно лутается, мистер Тряпака. Бежит за спиной. Кого-то вижу, что здесь. О, карк, нахуй. Скарк. А здесь что у нас? АКМ и еще что-то. Блин, ну я хочу АКМ взять, наверное. Я возьму АКМ вместо вот этого мутанта. Я не знаю, что лучше на самом деле. Но, опа, это сюда. Это сюда. Это сюда. Да это никуда пока что. О, теперь у нас есть снайперская винтовка. Вот здесь есть что-то, что мне надо, получается. Так, двоечка. Скар, кар, мар, пар. Бля, ты будешь перезаряжать орл? Алло, брат. Отлично, двоечку теперь. Еще снайперская винтовка есть вообще, сейчас игра пойдет. Пацан, ты что там спрятался? О, тут шлем второй, кстати. Ха-ха-ха-ха-ха. Что, все в порядке? Что вы тут сидите? Пулемет ПП. Так, а здесь всякая хуйня. О, тра-та-та-та-та. Интересно, насколько отдача ужасная у АКМа в нынешних интересных игрульках. А, пацаны, вы готовы? Я готов, я с вами. Давайте, вместе. Я, блядь, за роткором пойду, иди в жопу. Куда смотришь-то, блядь? В небо смотрит. Все нормально, пацаны, мы победим. Мы сможем. Там новая карта, новая игра. И я не играющий в PUBG 100 лет, господи. Я реально играл 100 лет в PUBG. Прикиньте, я вот болтаю. Мне хоть там написано, что звук замьючен. Но, ну-ка, автоматически, бля, прикиньте, по единичке стояло. Прикиньте, по единичке стояло. Что здесь? Бля, я все жду, когда я найду хорошее оружие. Всякие пулеметики странные. В порядке. Так, надо... А погромче что ли сделать, я не понимаю. К-12 какой-то. Не знаю, что это. Так, пацан, у тебя есть какое-нибудь снайперское... О, серп. Серп и молот. А что это такое рукоятка? Куда я? Никуда? Давайте возьмем на всякий случай. Пусть я буду этим, знаете, складовщиком, который передает оружие. Я тебя прикрою, брат. Если тебя выебу, то вместе будем баться. Ну, я, знаете, я типа командный игрок, я просто бегаю. Вот, знаете, вот если из вас есть ВСС, хуяси. Опа, рукоятка, пошло дело. Не знаю, зачем она нужна, тут патрончики же есть, да, какие-то 7.60. Ну, давайте возьмем. Ну, у нас их там за 200 штук, но мало ли. Опа, мистер Тряпка на другой половине. Я отстаю от мистера Тряпки. Тряпака, извините, будет тряпка. Ребят, мы уже с топ-77, а пацаны, что ли, в мой дом вошли? Пацаны, я вам говорю, тут ничего нет. Или это не мой дом? Угловое сырье какое-то. Эти угловое сырье возьмем, на всякий случай пусть валяется. Типа пусть, ну, на всякий случай. Может быть, надо. Чувак что-то лутает. Знаете, что бы я взял? Я не знаю, как АКМ стреляет, поэтому я бы взял какой-нибудь Скарель. Вот и потому что я тут с ботами, извините, прикиньте, они заставили меня с ботами играть. Они просто, эта игра заставила меня играть с ботами. Вот, блядь, так мало патронов, мне так мало патронов, захотелось еще взять кучу. Угловое. Медкомплект какой-то, что это такое? Вот бинты возьмем на всякий случай, что за медкомплект? Комплект, что это, куда-то, куда-то его вставлять? Да, типа, если вы играете вчетвером, кто-то один, типа, медик, да? Так, что там, по дому все нормально? Или уже выходят люди? Что здесь? Мутант какой-то у нас. КМ очередной. КМ, блядь, хоть закаемся. Так, пацаны побежали куда-то молча. Туда вон побежали. Понял, все, я за ними. Я за братьями. Братья крадутся. Взяли снайперские винтовки и крадутся. Все нормально. Они, кстати, втроем играют, сразу видно, да? Сразу видно, что пацаны втроем. Ну, они просто очень слаженно действуют. Так, возьмем снайперскую винтовку. У меня есть скарк. У меня есть. Кто-то стреляет. Пацаны, мы будем стрелять? Мы шумные или что? Что скажете? Кто стреляет? Я никого не вижу, пацаны. Вы кого-нибудь видите? О, вижу. Опа, отойти надо. Машина едет. Опа,
Опа, как хуёво стреляется-то. С ботами было лучше. Пока мы стреляете, пацаны, все нормально? Пацаны все показали, там он машины едет дали. Кстати, это моя метка, вот эта желтая или чья? Ладно, ох. Похуй, чья метка. Ну я перезаряжусь. Пацаны, вы лучше, вы лучше. Опа, мистер Ратигор пошел вниз. Мои пацаны стоят наверху. Мне кажется, я лучший коми... Опа, тихо, кого? В кого стрелять? А, типа машину в ту? Ой, рано стрельну, рано. Рано, извините. Нас, кстати, возможно, объезжают даже. А мы тут занимаемся подобными делами. Не вполне могут сейчас объехать и зайти в эту же гору. Пошли, 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 все, идем, идем. Теперь мы сейчас спустимся залутать этого чувака. А те чуваки нас объедут сзади с горы, выебут, да? Не, Ратигор там, кстати, вот за тропаки я бы не доверял, честно говоря. А вот Ратигору я бы, конечно, доверился. Потому что, не знаю, опа, куда стреляют-то, блядь. Блин, карту такую, знаете, продуманно сделали, вам не кажется? Ну, слишком, слишком хорошо все сделано. Куда я бегу вообще, кто не знает? Так, возьмем. Все, 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 вот тут вы лутаете, пацаны, идите лутайте. Вон они, смотрите, за лутыши, блядь. Интересно, если я прицел спизжу у тебя. А, вот еще вот это спизжу. И все, больше ничего не буду пиздить. А, что я там спиздил-то? А, ну сразу оделся, надеюсь. Нет. Прицел сразу вот сюда оденется, давайте. Что-то интересного есть. А вот здесь что-то интересного есть. О, бинтики. А бинтики надо? У нас 10 бинтов. Куда нам? Что здесь валяется? М-100с. Они что, тут друг другу шмотки передавали, что ли? Ладно, пойдем. Давайте перезарядимся. Что, это быстрый доступ у нас, да? Это немного патрона. Это... Тихо. Кто-то едет поверху. Поверх кто-то едет. О, хуя себе. Добрый вечер. Нихуя нет, конечно. Но все равно добрый вечер. Опа, смотрим. Какую кнопку дыхания сдыхать? На Ctrl? Нет, на Shift. Нет, блин, на какую дышать-то? А, пох. Я так и не понял, на какую. Но это самое главное, что я нихуя не понял. Когда пойму, будет плохо. Кстати, вот это место хорошее, смотрите. Сидишь, значит, спрятался. Никому не мешаешь. Самое главное, уже 62 человека осталось. Так, пацаны куда-то пошли. Я иду с пацанами. Вот этот Ратигор, он прям мне нравится. Не подумайте, в каком смысле. Просто нравится. Опа, хорошо выглядывать вот так вот, да? А если вот так вот, смотрите, оп. А нихуя не видно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Оп. Оп, стрельнул, спрятался. Оп, стрельнул, спрятался. Так, Ратигор куда-то втопил. Мои пацаны, походу, решили куда-то отойти. Надо, когда бегаете, бегайте зигзагом. О, пацаны, вы не хотите спрятаться? Потому что тут пизда сейчас наступит какая-то. Нас бомбить сейчас будет. Друзья. Ратигор, я с тобой. Ратигор, ты куда-то побежал? А, типа в зону бежишь? Ну окей. Давай, я за тобой, я за тобой. Я вот что-то вот не знаю, почему-то чуваку это на троечке доверяю. Почему-то я вот, я верю тому, что он делает. Вот, увел магазин. Увел магазин. Что, кто увел? Какой чей магазин? Так, наши пацаны побежали в зону. Слушайте, какие у нас пацаны молодцы, а? Бегают, хуй не дуют, и все нормально. Так, смотрим по сторонам, может быть, не стоит зигзагами бегать. Бля... Бля, тебе пизда. Хотя бы сдохнуть от этого. Ой, ёб твою мать. Все, обстрел, нахуй. Пизда, рулем, пизда. Спорим, оно все так и закончится сейчас. Я с моей удачей, знаете... Тихо, 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 только не сюда, блядь. Help, нахуй. Все, нахуй, я сижу. Как лечь, кто не знает? Не, явно на В, наверное. О, на В, да. Не, на В сменить обстановку. Иди возьми аптечку, брат, тебе она нужна, нужней.
Ой, блядь. С 8x прицелом, конечно, такое себе. Блин, какой-нибудь 6x или 4 хотя бы. Что с 8, конечно, вот на таком расстоянии, прикиньте, он такой вылез. А, ну хотя нормально. Ну, смотря как, конечно, будешь стоять. Ох, хорошо, как хорошо. Один раз выстрелил в папку, весь, ну, в этом есть весь папк, да? Сколько мы уже бегаем? 15 минут. 15 минут. Пытаемся залутаться. О, гранатку возьму. Опа. Опа. Лазерный прицел нам не нужен, конечно. Ну, вот эта штучка нам нужна определенно. Тихо, это наш. Это наши братья. Братан, ты чё в пол смотришь? Все в порядке. О, я иду, брат. Я иду. Все, садись, я сел, все готов. Водитель, конечно, себя трюпака. Еще тот. Опа, фига себе, мостик сделали. Для машины специально. Ну, чтобы нас разъебать было проще, да? Я понял. Мы в зоне хоть? О, мы в зоне еще. Дальше пешком? Ну, давайте. Дальше мы пешком, братья. Бля, я не хочу здесь находиться. Ну, сука. Что за музыка, блядь? О, увеличенный магазин, кстати. Что за музыка играет? Бля, это... Это в пабге музыка играет? Или где эта музыка играет, я не понимаю. Так странно. Это странно, если здесь, блядь, музыка играет. Че, пацаны, едем куда или чё? Чё, где мой друг-то, блядь? А, мой вон там, друг Рагнарёк, нахуй. Блин, ты реально в игре музыка играет? А, блядь, это в машине музыку, что ли, включили? Блядь! А я думаю, что за хуйня происходит? А там пацаны музыку слушают. Думаю, еще звук какой-то, знаете, как будто у меня на фоне где-то в комнате играет. Думаю, странно. Думаю, может, что-то приложение какое-нибудь открылось. Нихера, там... Почему он на дорогу побежал? Ратигор, ты шо, блядь? Блях, конечно. Бля, братан, меня возьми только. Не подумай, что я это. Тут два места же, да? А что, эти пацаны будут на открытом сидеть? Ты так предлагаешь? Ну окей. Ну окей, как говорится, раз вы решили так, пока не погонять, то... Чё ж ты нет, мистер Тряпака. А хули он спрятался, что ли, в домике? Тряпак, ты в порядке? Ты чё, ёп? С тобой всё в порядке? Ты живой, здоровый? Ну, такие дистанции лучше, конечно. Вообще, блин, никого не видно. Уже 36 человек осталось, да? А мы до сих пор где-то тут шныряем. В кустах, и никто не бегает, знаете ли. Учитывая, что это сквады, то, блядь, вообще печально и опасно. Вообще очень опасно так шнырять, бегать. Очень опасно. Опа, там за горой стреляют. За горой где-то там стреляют. Он там где-то, кстати, хуярит. Где-то там. Ну, если я так думаю, погромче сделал, конечно. Блин, вот, знаете, вот это просто флешбеки, блядь. Вот это вот папк. Знаете почему? Потому что я сейчас смотрю на папку, вот я играю, да, и у меня прям флешбеки, блядь, явные.
как в старые добрые времена. А, там зона идет, вот что такое. Что там стреляют? Там встречают просто пацанов. О, все нормально, да? Опа. Знаете, видите, где стреляют? Я просто ничего не вижу. О, я вижу, кажется. Не, нихуя не вижу. Показалось. Там кто-нибудь есть? Бля, неизвестно просто, как пуля еще летит. Ну, для меня лично. Тут пацаны же спят, я снимусь. О, стреляет вон там. Надо перебежать немножко. Позицию лучше занять. Лучшая позиция в кустах, конечно. О, пацан на крышу залез. Я смотрю только одну сторону. С той стороны подойдут, блядь. И добрый вечер будет. И оттуда могут подойти с улицы. Да, давайте вовнутрь сойдем. Тут пизда подойдут, нах, и будет мне тут счастье. Ла-л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 а
такой же. О, там тут метки ставят, кстати. То ползает, то бегает где-то. Кто-то хочет что ли, ехать, что ли? Чё, кто-то бибикает. Чё, ехать хочешь? А чё вам надо-то, бля? Чё вы хотите? Блять. Бля, я там мой чувак, за которым я ездил, передислоцировался, и я еду с чуваками, которым я не доверяю. Но пока осталось 24 человека, друзья. И осталось всего лишь, кстати, в поездку большую для Павла. Все всегда жалуются, что ой, плохо, плохо, а тут все в порядке, смотрите. Ебать ты выехал, блядь. Ладно, пойду в дом, блядь. О-о-о! Блядь! Дай-ка я выпью что-нибудь покрепче. А почему по мне, блядь? Я что, самый красивый в этой команде, я не понимаю? Опа, так вот он нокнул. Где там стрелять-то, блядь? Тут? Опа, стреляют по мне, прикиньте. Не понимаю, откуда, правда? Опа-на. Ну-ка, пойдем въебем себя. О, вижу. Какая вероятность, что я его вижу? Ой.
Бля, мой братан отошел куда-то далеко так. Где пацаны сдохли? Высунись, мой маленький. Как они сдохли, то я не понимаю. Почему мы смогли убить какого-то чувака, а этого не смогли, а этого убили? М? Так он побежал так, Ириана. Блин, он двоих разъебал и при этом побежал нас, да? Такой странный. И кто остался-то? О, еще мы 3 тонны, блядь. 3 тонны я остались. Это я понимаю, составчик. Это я понимаю, легенды, блядь. Легенды PUBG, нахуй. Как вам такое? А, там возвышенность, ёб твою мать. Как лечь? Назад все правильно. Бать там перестрелка. За кустом сидеть такое себе, братан. Бля, и броника еще нихуя нет. Охуенно. Если мне прилетит, так прилетит, да? И выпить нечего. Еще лучше. А нет, так-то можно? Нет, это же нельзя. Печально, брат. Что делать будем? Давай, команда, я же это. Блять, кот побежал, ты ебаный в рот. Пойду за камушек спрячусь. Полная тишина. 7 человек. Не забывайте, это сквады, блять. Это может быть 4 плюс 2 и 1 еще где-то в кустах. Знаете что? Могу лечь. Вот так вот. И меня никто не видит. Как вам так? Как вам такое? Бля, печально, что это сквады на самом деле. Очень печально. Он чел, но забрался наверх. Узнает зачем. Что у меня нихуя нет. Очень опасная ситуация. Зона идет. Надо смотреть по сторонам. Сторонам смотрим. Я в зоне. Блять, я не в зоне, нахуй. Бучья хуйня. Да, беги быстрее, брат. Знаете, что самое прикольное, что. Блять. Самое прикольное, что всем чувакам придется сюда идти. Так, где-то дымо кинули. Кто дымо кинул? А, вон там дымо. Хуя не понятно, где дымо кинули. Давайте вот так вот станем, на всякий случай. Все, осталось 6, бля, это же может быть 4 плюс 2, это ж такой пиздец. Это ж такой лютый пиздец. Если это 4 плюс 2, то, блядь, печальнее, блядь, ситуации я не видел. Ну, только если вот тот чувак, который...
Ну что я могу сказать? Отвлекли меня в самый нужный момент. И мой коллега, мистер, кто он там был? Не Тряпака, а Тритон. Кстати, он супер какого-то уровня. Походу, постоянно затратит в папку, а он, оказывается, еще меня гранаты подорвал. Ну ладно, в общем, всем счастья, здоровья, любви, хорошего настроения. И зато топ-2, вы заметили? Одна помощь, 0 убийств, 61 урон. 61 урон. Получается, тот самый раз, когда тут бежал, я его так пил, и он... Эх, жалко, что не я убил. Да я был бы легендой. Ну ладно, в общем, всем пока-пока, и не забудьте поставить лайк.